Всем здравствуйте, меня зовут Елена, это YouTube-канал «Счастливая улитка». Сегодня обзор покупок базовой одежды на лето. Я заказала из магазина «Твое», но через их магазин на Алиэкспресс. Я не знала раньше, что так можно, это моя первая такая покупка у них. Решила попробовать. Доставка несколько дней из Москвы. Принесли курьером, но оплатила я на сайте Алиэкспресс. Чеки на почту пришли от магазина «Твое», и почему-то на каждую вещь чек пришел отдельно, а не на весь заказ. Сейчас покажу, как смотрится на мне. Я заказала 6 вещей. Первая — розовая футболка с драконом в размере S. Написано 100% хлопок. Очень хорошо все упаковано. Цвет приятный, на камеру она более розовая, чем в жизни. И очень приятная на ощупь. Мне нравится. Я довольна покупкой. Это обычная футболка. Мне нравится качество. Она очень приятная к телу. Белая футболка. Я ее заказала в размере M. Она должна быть очень длинной. Ну, я хотела, чтобы она была широкой. Чтобы она меня не облегала. Я поэтому заказала размер M. Написано 100% хлопок. Футболка длинная. Рукава мне очень нравятся. И на ощупь приятная. Обычная футболка, как я и хотела. Я довольна покупкой пока. Шорты темно-серые. Написано 100% хлопок. Заказала в размере M, то есть тоже побольше. Я хотела, чтобы они были мне не в облипку. Плотные. Мне нравятся. На них написано Oxford. Ну, они мне большеваты, но я так и хотела. А эта вещь, заказом которой я решила рискнуть. Это разлетайка, это футболка. Она только была в размере L на сайте. Ни M, ни S не было. Я купила в размере L. 100% хлопок. Вот такая распашонка. И она мне очень нравится. Я очень рада, что я рискнула и ее купила. Меряю я все с джинсами из H&M. И я купила их не очень давно, стоили они без рубля 2000. И с ними она, мне кажется, смотрится очень хорошо. По крайней мере, я так и хотела. Юбка 50% хлопок, 50% полиэстер. Купила ее в размере 44. Здесь есть карманы. И я немного не угадала с размером. Она мне большая. В поясе резинка, но это не очень спасает. Она мне действительно большая. Ну, немножко большевато. Но мне все равно она нравится. На лето, я думаю, нормально. Платье. Взяла в размере M. 65% полиэстер, 35% хлопок. Оно идет с поясом. Запасная пуговица. Вот так оно смотрится. Мне нравится. Но рукава мне коротковаты. Платье летнее, поэтому, в общем-то, я рукава закатаю. И мне так нравится гораздо больше. Такой длиной рукава. Пояс. Вот без пояса мне почему-то понравилось больше. Ну, это, наверное, любители. Кто-то любит с поясом, кто-то без. А мне вот на жару это платье прям очень нравится. И мне кажется, без пояса оно будет само то. Но это только мое мнение. У всех оно разное. И мой итог, мое мнение. Я покупкой довольна. Мне все нравится. Даже где я с юбкой немного не угадала с размером, мне все равно нравится. Мне нравится, что она легкая. И я думаю, на лето само то. Все это я буду носить. Все супер. Быстрая доставка. Редко бывает, что совсем вот всем в заказе довольна, но это тот случай. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.